Добрый вечер, меня зовут Алексей Круглов. Очень радостно вас всех видеть, несмотря на понедельник, собралось такое количество человек, это очень хорошо, и очень радостно всегда играть при такой насыщенной публике. Сегодня у нас, в общем-то, уникальный вечер, потому что соберутся музыканты, уже собрались, и порепетировали даже музыканты, которые встречаются не так часто, может быть, несколько раз в году, те музыканты, которые образуют собой оркестр московских композиторов. Это оркестр, который существует уже больше 20 лет. Музыканты, которого исполняют импровизационную музыку, хотя он называется оркестр именно московских композиторов. В общем-то, москвичей в этом оркестре не так много. В основном это музыканты из разных городов России, а то и нашего ближнего зарубежья и уже дальнего зарубежья. Лидером этого состава является Владимир Миллер, наш с вами соотечественник, который уже долгое время живет в Англии. Но, тем не менее, он регулярно приезжает сюда для того, чтобы собирать какие-то такие проекты. И, в частности, существует фестиваль оркестра московских композиторов, который проходит два раза в году. Он проходил полгода назад, в следующий раз, возможно, будет проходить в сентябре или в октябре этого года. И вот Владимир Миллер является его творческим руководителем, лидером этого оркестра. В общем-то, сегодня такой, конечно, не полный оркестр, семиквартет, даже квинтет, потому что у нас за время нашей подготовки выяснилось, что в Москве находится еще один солист оркестр московских композиторов, наш большой друг из Германии, который к нам присоединится во втором отделении. Вот, так что сегодня, в общем-то, будет квинтет. Вот. Но в первом отделении, как и заявлено в афише, квартет оркестр московских композиторов. И я буду представлять музыкантов. Сегодня специально для этого концерта из Архангельска приехал наш известный перкуссионист, барабанщик, участник джаз-группы «Архангельск», группа, которая в 70-80-е годы наряду с трио Ганелина являлась одной из передовых групп, которые играли такой не только фри-джаз или авангардный джаз, но и участвовали делали разные перформансы театрально-музыкальные. В общем-то, это в то время были передовые музыканты. И я с радостью представляю вам Олега Юданова. Олег Юданов. Это басист этого проекта, человек, который, к сожалению, не играл в 70-80-е годы, но он не так давно присоединился к оркестру московских композиторов. Но человек, который играет регулярно, выступает с Сергеем Летовым и участвует в театральных различных перформансах, это контрабасист Вадим Провилов. Ну и, собственно, лидер этого проекта, которому я сейчас передам микрофон, который тоже специально приехал на этот концерт и на концерт, который будет у него в Екатеринбурге спустя два дня. Это Владимир Миллер, собственно, наш англичанин Владимир Миллер. Мы сегодня будем исполнять музыку Владимира, и он вам все расскажет о ней. Thank you.
Thank you.
песня немножко мрачная, но по-английски это немножко смешно, поскольку это называется «Убийство джентльмена». По-английски это будет «Death of a Chap». Спасибо. Thank you.
Thank you.
Сейчас мы хотим перейти на совершенно другое время, на музыкальную историю. Это пьеса композитора под названием Эрик Сати. Называется «Je te veux» по-французски. «Я хочу тебя». Thank you.
Спасибо. Олег Иданов, ударный капустин. Вадим Провилов, контрабас. И Владимир Виллер, ударный композиция. Fragile Freedom, и это как бы dedication для замечательного композитора под названием Other Bird. Thank you.
Спасибо. Олег Иданов. Вадим Провилов. Алексей Круглов. И Владимир Миллер. Квартет оркестра московских композиторов. Небольшая пауза, и мы продолжим. Спасибо. Спасибо большое, что вы дозвали. И мы сейчас будем продолжить с такой джазовой, ну, чувство под названием Howard Counterpoint. Он был мой личный учитель под названием Howard Riley. И вот эта песня называется Howard Counterpoint. Thank you.
Но он просто не выдержал и выскочил на сцену сам. Итак, это наш дорогой друг из Мюнхена, который тоже много лет является артистом Leo Records и, наверное, самым частым музыкантом, который появляется в составе оркестра московских композиторов. Итак, небезызвестный всем Александр Фагот Александров. Следующая композиция тоже принадлежит Перу Владимира, и это такая особая композиция, когда Владимир принес ноты, мы не один раз ее уже играли, он стал рассказывать про идею этой пьесы, и она была сочинена им в результате того, как он после того, как он посмотрел фильм про последний час жизни Сталина, и она так и называется. Ставим на мертвом одре.
Владимир Миллер, Александр Фагот, Александр, Вадим Провилов и Олег Юданов. Следующая композиция называется «Гагарин спел гимн в космосе». Thank you.
Чан. Владимир Миллер. Вадим Кравилов. Никитанов. Александр Фагот Александров. Брайтон. Мюнхен. Москва. Москва и Архангельск. Такой состав. И сейчас будет последняя композиция, к сожалению, мы сыграем. Это будет версия Владимира Миллера, его версия самбы на одной ноте. We'll be right back.
Олег Иванов.
наш дорогой друг из Архангельска Олег Иданов. Вадим Провилов, москвич. Вадим Провилов. Из Германии приехал к нам Александр Фагот. Александров. Меня зовут Алексей Тарлов. Меня все знаете. И из Англии приехал Владимир Миллер, лидер этого проекта, композитор и лидер оркестра московских композиторов. Комитет оркестра московских композиторов. Спасибо большое. Спасибо.